Мне всегда везло на встречи с интересными, талантливыми людьми. И это были режиссеры, конечно, тоже. В разные периоды истории группы «Браво» у нас были разные режиссеры. И каждый из них создал определенный образ группы в тот промежуток, когда мы работали вместе. Первое нечто похожее на видеоклип мы сделали в 1986 году в программе «Веселые ребята». И режиссерами этого были Андрей Акнышев и Михаил Крюков. Это было замечательное время, потому что нас никуда не пускали на телевидение. И они на свой страх и риск нас включили в эту программу и сняли два замечательных видеоклипа, которые потом все смотрели с удовольствием в этой программе. Они смешные и наивные, но это было наше первое видео, и оно мне очень дорого, поэтому... Главное.
Дальше все стало профессиональней, появилось такое название «видеоклип». До этого никто не знал, не представлял, что это такое. Мы все видели видеоклипы, и первые видеомагнитофоны мало кто имел в 80-е годы. Когда их привезли сюда, мы стали смотреть западные клипы и пытались делать нечто похожее. И первое нечто похожее на видеоклип нам снял Андрей Комаров и Дмитрий Маматов. Я с трудом вспоминаю их фамилию, потому что это было очень давно. И песня называлась «В чем дело?». Помню, на съемках этого видеоклипа мы пригласили через газету наших поклонников прийти помочь нам. Их пришло около 3000, мы час не могли попасть на съемочную площадку. И только через час мы начали снимать. Потом был замечательный период с Сашей Файфманом, с которым мы сняли самые стильные наши видеоклипы, на мой взгляд. Он создал именно такой стиляжный образ группы «Браво». И до сих пор мои самые любимые клипы – это клипы Саши. Потом был Толя Берсенев. Толя Берсенев помог посмотреть на группу «Браво» совсем по-другому, представить нас. И это уже были не стиляги, это было нечто другое. И мне очень нравится его видеоклип, особенно видеоклип, который называется «Ветер знает». Дальше мы работали с Андреем Лукашевичем, который помог и сказал очень важную вещь для всех режиссеров, что не всегда бюджет видеоклипа, количество денег, потраченных на него, зависит от качества. Порой крупнобюджетные клипы получаются не очень интересными. Главное, хорошая, прикольная идея. Последний видеоклип на той видеокассете, которую вы видите, называется «Там, где сбываются сны». Это последнее то, что мы сняли на сегодняшний день. И через год, в следующем году, нам исполняется 15 лет. И я думаю, что до нашего 15-летия мы снимем еще много замечательных видеоклипов. И потом снимем еще видеоклипы. И история группы не заканчивается на этом, она продолжается. Смотрите, получайте удовольствие. И заранее я извиняюсь за качество некоторых видеоклипов, так как это было сделано очень давно. Некоторые клипы сняты более 10 лет назад и собраны из различных коллекций моих друзей. Смотрите, получайте удовольствие. Кошки мяу, это кошки, да рады тебе.
вечер, друзья. За время существования нашей группы, право, у нас был... Извините, пожалуйста. А чёрт, они меня смешат. Скажите, чтобы они меня не смешали. Ленте, два метра осталось. Начинать, да? Добрый вечер, друзья. За время существования нашей группы у нас было много премьер. Но на казахском телевидении у нас первая премьера. Мы рады приветствовать вас.
опоздал. Все переводят часы, я не успел это сделать. Чувством я окрылён, просто безумно влюблён. Дай мне скорее ответ, любишь меня или нет. Не возмущаюсь, а улыбаюсь, я поняла. Время идёт, только вперёд, нашей любви навстречу. Не возмущаюсь, а улыбаюсь, я поняла. Время идёт, только вперёд, нашей любви навстречу. Как вам пришла в голову мысль о приобретении внешности человека 50-х-60-х годов? Ну, просто в какой-то момент я понял, что мне это время очень близко, очень нравится. Дело в том, что вот дизайн того времени, машины, вот эти многоэтажки, московские подворотни, вот мне почему-то это близко все, я не знаю, мне это сложно объяснить. Но все сумасшествие началось в 83-м году, когда «Браво» только появилось, когда... Мы пришли на Тишинский рынок и увидели там кучу классных вещей просто, которые продавались там за какие-то копейки. Можно было купить за 20 рублей, можно было купить настоящий костюм отличный. Вот, можно было купить ботинки за 5 рублей. Была куча галстуков. Вообще обстановка, которая была на Тишинском рынке, вот эти бабушки, которые продавали это, они были вот все какие-то из того времени, какие-то совершенно как инопланетяне в сегодняшнем времени находились. И вот мне это очень понравилось. И после этого началась бешеная скупка, хождение по блошиным рынкам в разных городах и поиск всяких вот таких вот смешных вещей. Добрый вечер, город мой, околдованный весной. Город джаз, город блюз, город рок-н-ролл. Город песен и поэм, тихих парков, старых стен. Я с тобой в эту ночь побродить пришел. По переулкам и бульварам горят загадочные огни. Гуляет ночь по тротуарам, мы с ней на улице одни. Эй, город, эй, бриллиантов не жалей. Сколько их в танце фонарей. Шепчет листва непонятные слова. Это ты, мой город, Москва. Добрый вечер, город мой, околдованный весной. Город джаз, город блюз, город рок-н-ролл. Город дивных миражей и танцующих дождей. Пусть поют небеса о любви моей. По переулкам и бульварам горят загадочные огни. Гуляет ночь по тротуарам, мы с ней на улице одни. Эй, город, эй, бриллиантов не жалей. Сколько их в танце фонарей. Шепчет листва непонятные слова. Это ты, мой город.
я. Луна во тьме тонула над всем кварталом, где полным-полно шпаны прощают двор. Куда ты упорхнула, ты скрылась от меня в другой район страны. Возможно, ты на островах, где пальмы растут в золотых песках. Морской волной поет прибой, но не там счастье, ангел мой. Пройдет какой-то срок, тебя я позабуду, улыбку и глаза забуду навсегда. Увидеть бы тебя последний раз, но чудо, увы, напрасно ждать. Пора чудес прошла, пора чудес прошла, прошла пора. Волшебницы богинь, мне грустно и легко, иллюзий я не строю, и снова сквозь туман я вижу небо синь. Я смеюсь в лучах весны и раздаю девушкам цветы. Но если б ты была со мной, я бы дарил их тебе одну. Те молодые люди, которые прежде всего слушают музыку 50-х, 60-х годов. Настоящий рок-н-ролл, Элвис Пресли, Чака Берри. Моральный облик теляги достаточно банальный, потому что это общепринятые человеческие нормы, к сожалению, которые очень редко сейчас встречаются. И поэтому теляг становится все меньше и меньше.
как у нас очень много появляется коммерческих магазинов, и очень мало становится телег. Вот это очень взаимосвязано, потому что как бы образ телеги, он не очень вписывается в 90-е годы. Сейчас моден совсем другой, нахальный молодой человек с бицепсами. Вот, так что, к сожалению, они исчезают. Мы готовы. Хоп! Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино, в таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты и рок-н-ролл, кто лучше всех играет брэдли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Шансы ты поймешь, я
то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Я для тебя не богат, не знаменит и не престижен. Но и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то. Но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Ах, эта девчонка 16 лет, спешит на концерт, ей нельзя опоздать, сжимая в ладошке заветный билет. Ей 1000 автографов нужно собрать. Эту девчонку встретишь везде. Ах, куда же смотрит школа? Девчонку не узнать. Эту девчонку встретишь везде. Ах, куда же смотрит школа? У-у-а, девчонку не узнать. Все фанаты рок-н-ролла с ней хотели танцевать. Девчонку не узнать. Все фанаты рок-н-ролла с ней хотели танцевать. Ах, куда же смотрит школа? Девчонку не узнать. Все фанаты рок-н-ролла с ней хотели танцевать. Куда же смотрит школа?
на фото и побыстрее. Какой желаете фанчик? Нарядный. Как для геолога карта, как для пилота штурвал, или оранжевый галстук мне верным спутником стал. Час, когда я улыбаюсь, или на сердце беда, или оранжевый галстук. Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях час ночной, но знаю точно я, на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. В Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях час ночной, но знаю точно я, на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. В Африке рассвет и не видел сам пожар в джунглях час ночной, но знаю точно я, на земле самый яркий свет, свет, который дарит всем стильный галстук мой. Свет, который дарит всем стильный галстук мой. Это пять. На темный ряд домов лишь одинокий свет в окне. И стук моих шагов звучит в полночной тишине. Бродили мы с тобой, и это было как вчера. Как жаль, но ты сегодня не со мной. И только каждый раз, когда иду тобой, я думаю о нас. Все так же, как тогда,
такой же мягкий лунный свет. Блестит в реке вода, и лишь тебя со мною нет.
45. Мой номер на крыле и свой полет сегодня я благодарю тебе. И то, что не смогу слова сказать я сам, тебе напишет в небе мой аэроплан. Крутится быстро пропеллер, солью блестит фюзеляж. Там под крылом где-то твой дом, я захожу на мираж. 12:45, мой номер на крыле и свой полет сегодня я подарю тебе. И то, что не смогу слова сказать я сам, тебе напишет в небе мой аэроплан. Завтра все радиоточки скажут, твой парень герой. Может, тогда скажешь ты да и потанцуешь со мной. 12:45, мой номер на крыле и свой полет сегодня я подарю тебе. И то, что не смогу слова сказать я сам, тебе напишет в небе мой аэроплан. За океаном город есть, там пальмы до небес. Как много раз снился мне ночью ты, изумрудный город мечты. Там в небе кружит чаек хоровод, там лето круглый год. Как много раз снился мне этот край, желтый берег, банановый рай. Будет день, и в легкой дымке на заре я войду туда на белом поле и скажу: нет, да я, здравствуй, Рио, это я. Я сойду, и стихнет шум в порту. Девушки все будут смотреть мне вслед. Рио, Рио, я твой навек. Будет день, и в легкой дымке на заре я войду туда на белом корабле и скажу: нет, а я, здравствуй, Рио, это я. На заре я войду туда на белом корабле и скажу: нет, да я, здравствуй, Рио, мечта моя. Ба-да-б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 а-
ба-да-ба-да-ба-да-ба-ба-бау. Хотел бы в небе спать и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это мечты, и ничего в них нет. Вот и все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Может быть, ты будешь ждать, а может быть и нет. Дело твое. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Ветер мой, эй, где же ты,
все, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь. Но так высока и так близка дорога в облака, дорога в облака, дорога в облака. Синее небо, скоро команда на взлет ждет с нетерпением старта у полосы самолет. Ты мне шепни до свидания и ни о чем не горюй. Лучше всех слов на прощанье нежно меня поцелуй. Ну вот и все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда. Жаль, что с тобой так недолго. Но никогда не забыть мне эти счастливые дни. Ты сохрани мое фото, чтобы потом как-нибудь в час, когда вдруг одиноко краешком глаза взглянуть. Ну вот и все, надо спешить туда, где завтра ждут новые города. Надо спешить, чтобы однажды снова вернуться сюда.
мне во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Голос твой на небе шепчет нежные слова. Я в одном уверен, только ты всегда права. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был, о чем мечтал, остановиться мне бы. Но я всю ночь летал. Нарисуй мне небо в голубом сиянье дня. Напиши стихи, а лучше песни для меня. Если ты решишь, что можешь все мне рассказать, ветер знает, где меня искать. Весенний день ворвался в это небо. Я вспомнил, где я не был, о чем мечтал. Место.
птица прилетит за мной. Две монеты брось в огонь, и перо три раза тронь, и жар птица прилетит за мной. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг, улыбается прохожий не за пять минут. Помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. С тобою я не знаю, где еще. На этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер. Наш концерт продолжается. Палочки не видел. Выходят молодые, но уже подающие надежды музыканты. Да я в них стоять даже не могу. Слушайте, а где Роберт? Течет река, цветы растут. Река. Все забыл. Встречайте! Браво! Встречайте! Ансамбль Браво! Thank you.
знаю точно, зачем растут цветы, куда прячет утро 3000 звезд, не считая голубой луны. Откуда ветер приносит облака, и как до солнца добраться налегке? Но если ты спросишь меня о любви, я не знаю, что сказать тебе. Это за окном рассвет. Там, где звезды в небесах,